10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 9's turn to ban. Radiant team ban. Na'vi's turn to pick. Radiant team pick. Lena. Seconds remaining. Na'vi's turn to pick. Radiant team pick. Spectre. One by one, they fall. Na'vi's turn to ban. Sven stands ready. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Turn to ban. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Na'vi's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Na'vi's turn to pick. Ten
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Disruptor! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Na'vi's turn to pick. Beastmaster. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Na'vi's turn to ban. Imba spirit. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Na'vi's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Na'vi's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Points away.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 2 Hero. Remaining. 5 seconds remaining. 2 Есть и второй вариант развития событий. Нави могут также стабильно отыграть вторую карту, и мы можем их увидеть в гранд-финале. Ну, действительно, как все закончится, остается под вопросом. Но на первой карте Нави показали очень крутую подготовку. Но на первой карте у них стадия лейнинга была очень сильная, очень грамотно отыграли. Ну и мы разбирали, да, там, смотрели, как аналитики разбирали эти моменты, где там вот этот ПМ быстро купленный на Абадоне, непонятно зачем, непонятно почему, и в итоге никак не реализованный. Там дровку как щемели Нави очень грамотно, стадию лейнинга, ну, как линии расставили тоже очень грамотно. То есть здесь... Возможно, тоже есть какие-то варианты, как можно выгодно для себя расставить линии и за счет этого отыграться. Но в целом, скажем так, драфт Na'Vi выглядит как набор героев, который, если скинется, весь урон скинется, может просто даже Свена не убить. В то время как у Mud Golems герои такие, что они очень хорошо инициируют, у них очень много урона, и у них драфт максимально прост в исполнении. Ты там на Ember Spirit где-то что-то завтыкаешь, тебя порут за секунду. На Disruptor ульту не успеешь поставить, можешь ее вообще не поставить. Очень много разведки за счет Бестмастера, тоже герой, который вносит свои корректировки в игру, придется с этим считаться. В общем, драфт у Mud Golems очень-очень качественный. Но опять же, говорить о том, что у Na'Vi нет никаких шансов, так кажется просто потому, что в исполнении драфт очень прост у Mud Golems. Очень прост. Очень много нюков, очень много станов, все нажали, все убили, хорошо. Но опять же, если, допустим, тот же Disruptor как-то цепляет шторма на ранней стадии, это довольно серьезная контра для Штормспирита. Как и, в принципе, в обратную сторону, да, работает. Торчит покупаешь, прыгаешь на этого Дизрика, и это булочка для тебя. Тут вопрос, где раньше появится контроль. 6-й левел появится у Дизраптора раньше или Орчит появится у Тормспирит? Вот Паранижа как раз все тот парень, о котором я вспоминал. 12-20. При удачной игре на его шторме. Ну, это такие заветные цифры на Орчит. Позволяют выиграть. Так забавно то, что не при удачной игре у него это было. У него это было в игре, где его выгнали в лес. Точно, он же в лес пошел. Да-да-да, он там... полностью проиграл мидлейн, все правильно. Он пошел, забрал стаки вверху, какой-то фраг сделал, еще постоял в лесу, потом покачался. Потом инвокера кокнул. Mud Golems получают 1.6 на старте и 2.25 Na'Vi. Даже несмотря на то, что была победа на первой карте. Ну окей. Хорошо. Не знаю, что за такая вера в данный коллектив. Ну тут плотная душилова. Уже со старта хорошо блочит генерал. Скидера щемит. Скоро откатит еще один станчик. Возможно, Лина достанет. Нет, вроде бы не должна доставать здесь никак. Но у генерала... Ну нет, Свежка Бакл тоже не откатит. Хорошо продавили хотя бы скидера на ровном месте, по сути. Афата пришел, шотган выдал. Я думал, там печенье будет вкачано, чтобы спасти Свена. Но, видимо, все было рассчитано и не нуждались в этом.
Окей, опять центральная линия. Эмбер Спирит против Шторма. Мы уже видели сегодня такую линию, и там Ниша играл на Эмбере, а на Шторме исполнял Койква, и это было в пользу последнего. Это карта коллектива Liquid, карта под номером 2, на которой они заставили Пупе сказать пока этому турниру, покинуть его впервые за очень долгое время. Пупе покидает турнир не с шоколадной медалью на груди. Билом за первое место. Грамотой. Короче, Пупей все собрал с последних турниров, что можно было. Так и есть. Так, я думаю, на каком-то турнире мы еще видео твой. Ты прям как этот, Якубович. Разумеется. Тот самый. 7 на 2. Начиная так. Центральную линию Шторм. 4 на 1. Эмбер. Немного тяжело. Баранижа... И Баранижа, и Койква. Койква тоже очень уверенно против Эмбера начинал с первых пачек. Сейчас все это законтролите, отпушите, ранжевиков поденайте. Ну, Айсберг, я слышал мнение, что на Эмбер Спирите просто платят. Да. И пока на практике это подтверждалось, поэтому нет смысла не верить. Эмбер вынужден использовать фейринг, потому что мог здесь погибнуть. Ну и отступим назад. Пласка у Богдана имеется. Что, куча стиков у него там есть. Он никак не умирал. Все было рассчитано. Очень важно будет, опять же, подконтролить руну. В четвертой минуте, я думаю, нас ожидает экшен. Пока счет на табло 0-0. Но вот в миде веселье более чем. По игре, с одной стороны, кажется то, что... Господи, Пангольер, он очень хорош, да, за счет того, что дизармит против Свена. Но Свен в большинстве своем, он выфармливает настолько быстро свои артефакты, что он уже там будет к моменту, когда там Пангольер может как-то ему мешать уже с БКБ. Соответственно, ему, по идее, может быть вообще фиолетово. Скитер уже выфармил, может и в этой игре Нави будут просто нагло играть и не позволят нормально Свену. Потому что вспомни прошлый матч, очень быстро разгонялись. Герои активные, герои заходили на треугольник, убивали керри, который пытался фармить. Я понимаю, что Свен более безопасно это делает, и Свен поплотнее, и это не дроу рейнджер, который из бумаги сделан, который пальцем можно продавить, а Свен все-таки крепкий персонаж. Но тем не менее, там же на треугольнике Нави уже показали, что не дадут стороне Radiant спокойно играть. Но тут еще нужно понимать, что помимо Свена есть Шторм. Не вокруг одного Свена игра будет строиться. Для Свена, в принципе, игра будет очень неприятная. Мы видим его и на линии уже так нормально прессингуют. Фата Роджера подгрызает. Там стики. Нет, это не у него стики, это у Фаты стики. Роджер на развороте сам уже пытается там тоже подбить. Я так понимаю, там 8 стиков, 7 стиков. На разворотике, на разворотике. Бежит Роджер. Станчик. Роджер успеет? Нет, не успевает. Он откинулся на параллельный ФБ уже сделали на другом персонаже. Вроде на Бистмастере, если я не ошибаюсь. Так вот. По всем фронтам битва пошла. Ну, такие размены по героям. Так вот, для Свена данная карта крайне будет сложная, потому что и Спектра неприятный персонаж для Свена, который любит приобрести скади. А у нас снова драка. Просто нон-стоп экшен пошел к четвертой минуте, руна появилась наверху, и ее пока контролят. А тут у нас драка с Айсбергом, станчиком не попадает, у Баранижи в итоге Айсберг в затруднительном положении, буквально одну тычку успел и задоджить, задоджить не удается. Баранижи в итоге почти убежал, вроде бы его добить не должно там этим тандерстрайком. Живет, хиливается с бутыля. Драк у нас продолжается. Изрик. Это провальный абсолютно выход в мид. Вот Нави двух героев потеряли. И Роджер ничего тоже сделать не смог. Никак не смог помочь своим тиммейтам. Ну, это потеря Айсберга. Если бы там какое-то чудо, да, Габен был бы на стороне Айсберга и миссанул в итоге бы Шторм Спирит на... А вот что ему делать? Вот ты даже выживаешь, у тебя столько мало ХП. Но он же шел забирать ботл. Он, нет, а там герои были его. Нет, там дизраптор стоял до последнего, он стоял, контролил. Он, я понял. Как раз, да, он пополнил ботл, пожал бы иллюзии, и выпил бутылочку. Ну, понятно. Получилось, как получилось. В итоге Шторм Спирит вырывается вперед. Очень сильно, на самом деле. 2500 у него, всего лишь 2000 у Эмбер Спирита на пятой минуте. Превосходство на 500 монет, это много. Я бы даже сказал, дофига это.
Ну и остается все еще в миде Эмбер Спирит. Правда, шторма раньше по такой игре появится шестой. Можно будет снова нападать на айсберг. Скорее всего, понадобится перетяжка кого-то из саппортов, когда бронежа начнет наглеть. Шестой вот здесь уже с этой пачки будет для шторма. Ну, айсбергу самое главное иметь флеймгуард к этому моменту. И в целом его вряд ли шторм сможет забрать. Слишком много там магической защиты. Твоя версия мне больше нравится, да. Ну и вот, по поводу скитера все-таки закончу мысль. Против него здесь и спектра, которая крайне неприятна, и вообще все коры, их ловить, убивать будет крайне тяжело. По игре эти персонажи будут его растаскивать, кайтить ПКБ, когда кончится там вообще. Без каких-либо шансов, он никого даже ударить не сможет, его будут постоянно держать в контроле. То есть Свену здесь может быть тяжело, но есть шторм, поэтому весь расчет идет не только на одного персонажа. Наоборот, даже я бы сказал, тут больше расчет идет на шторма, потому что взяли не самого жадного керри для того, чтобы взять чуть пожадней персонажа для Бараниджи. Там руна волшебства есть у Шторм Спирита, но на фулового айсберга едва ли он будет нападать. В целом, у айсберга уже есть шестой уровень, всегда можно улететь. На хэкграунд он уже один ремнет оставил. Ну, может быть, получится выйти на какую-то из линий и реализовать эту руну. В принципе, волшебство позволяет, я думаю, с первым ультимейтом шторму делать экшен. И он уходит наверх. Он там законтролит баунти руну. Аркан руну уже использовал и кастует телепорт. Все, как было выше описано. Бараниджа готов врываться на Витюна. Волшебство включили, Витюна притягивают, Санрей, Always on a Fly здесь, но никак Витюну не поможет. Ну, я думаю, должна была быть информация, должны были плюс-минус понимать, плюс наверняка у Витюна была информация, что Шторм Спирит покинул центральную линию. Ну, не ожидали Витюна, да, что здесь. Да, что еще убивать, даже за флэр. А ман заканчивается, Бараниджа. Так и есть. Ну и без вариантов тут для флая. Даже ману не хочет тратить лишнюю. И вот тебе, пожалуйста, на линии все хорошо было. Опять смещается на топ по аналогии с той игрой, которую мы с Реном вспоминаем. Там делает даблкил, еще больше бустит себе нетворс, уровень. И это будет достаточно быстрый оркет. И не видно, чем его останавливать. Никакой агрессии в миде Нави не показывают. Просто качаются, у них спектра есть. На нее идет расчет. Stupendous. И айсберг стоит, терпит, плюс Баранижу кормят еще и наверху. Хотя айсберг фармит. Пока вот Баранижа бегает, айсберг стоит на фри в центре. И я вижу перетяжку Лины. Мид. Руна появляется внизу. Руна двойного урона. Эмбер Спирит ее заберет. Маны нет у Баранижа, чтобы долетать сюда. Возможно, тоже попытается айсберг где-то устроить экшен. Но ему сложнее гораздо экшен устраивать. У него, конечно, флеймгуард есть, но чинцы еще не подкачаны нормально, фисты не подкачаны, поэтому тяжело. Ведь ему очень так же тяжело на данной линии. Убивают его уже второй раз. Фистмастер попадает под фокус, подтянулся генерал, но вот защитить-то своего керри не удалось. Милан там параллельно тоже попадает под фокус, должен его здесь айсберг добивать. Фисты, конечно, большой кулдаун имеют, но тем не менее, килл сделать удалось. Окей, отомстили, но спектре крайне тяжело. Эмбер оставил, оставил Эмбер, интересно, ремнант в миде или нет? Ну, тут у него тут ремнант, у него тут ремнант. Да, он, видимо, все верно, да, он в погоне за Фениксом только тратил. 1.25 там от Големс и 3.70 Нави получают от GGBet. Я думаю, это все продиктовано, конечно же, нетворсом шторма. Баранижа показал уже в розыгрыше на этом турнире, что на шторме он очень хорош, это вот а-ля Койпа. Подвязали чуть-чуть. Это правда. Да, Баранижа максимально сигнатурный герой себе получил. И Свен на 500 монет больше, чем Спектра имеет. Два раза Витюн подряд умирает. Как бы так у Свена еще и разгон сумасшедший. То есть, опять же, Спектра, что она сейчас будет качаться. Но БМчик, кстати, есть. БМчик сейчас на Спектре прям очень такая ништяковая вещь. Ты можешь даже стакать крипов спокойно фармить. И эншентов ты даже можешь фармить. Такое на Спектре крайне редко. Ну, вот меты... отсутствовали, где спектра могла спокойно качать леса, да еще и стаки. Да, у него еще и талончик есть. Все создано, чтобы в лес отправлялся Витюн. Еще и на линии задушили. Ну, то есть все. Идеальный, идеальный сетап, чтобы в лесу фармить. Блейдмейл плюс невозможная линия. Голосуйте. Ну, подкачивается, подкачивается. Ботинок хотелось бы уже, конечно, приобрести. Баунти руну забирает Роджер. Милан тут хотел... нахалявить, но не удалось. Замедленный ремнант. Медленно очень на хэкграунд летит. Primal Roar, но как-то опрометчиво поступил. Никуда в итоге 33-й его выдал.
накричал в ухо айсбергу, но не более того. Борчит, близится. Ходу опять на 12-й минуте. Самый тайминг. Бестмастер с доминатором и обычным сапогом бегает. Ну, должен поддавливать верхнюю линию. В принципе, есть опция, наверное, под катапульту даже сместить сюда еще героя и забрать Т1 выше. Чтобы тут у Спектры уже не было никаких шансов играть. Чтобы на треугольнике пробил остаток своего фарма. Клип нажимается, просто выигрывается время. Не похоже, что сюда идут фатиться. Хотя Флай показывается на бароне. Он должен наказывать область на Флай. Ставится ультимативная Флайм, но не закрывает в итоге шторма. Только уже постфактум это все произошло. Генерал хотел раскрутиться. Не спасает никоим образом Флая. Ну, на самом деле, Баранижи не так много, улететь на базу вряд ли получится. Прилетит ли сюда Витюн? Ну да, прилетят они на двоих поделят, даже на троих поделят в итоге этот фраг. 345 голды, киллинг спри сбит, стрик. Таким образом, Флая можно расплачиваться просто по КД. Да, Флая разменяли в итоге на смерть мидера. Забирают также Фату и дальше за Бестмастером. У Айсберга все окей, щит включен. Ну и тут коллективно на четверых должны забирать его и забирать этого крипа за 200 монет. Просто превосходно. Эмбер Спирит еще и крипчика за 200 получил. Ну все красиво для Нави получилось. Крипчик за 200. 1100 монет поднимают Нави. Здесь потеряли одного. Потеряли одного Флай, и то Флай в плюсе остался. Плюс 38 денежек. Сколько в Флури в Украине? 8 или дешевле? Я не фанат вроде этого. Вроде, по-моему, дороже. Но вот если накапает. Возьму топ-1, то обязательно узнаю. Шоколад обязательно. Именно. Мимо наше все. Тут уже юльчики потихоньку вырисовываются, оно и понятно, против Орчида без вариантов каких-либо. Попробуют убить айсберга или найдут более доступную цель. Судя по всему, второе. Что тут более доступная цель? Ну, просто Эмбер Спирит слишком мобильный. За Флая приходится тремя героями. Понимаю, платить. Они просто решили пофармить. Ну, тоже вариант. Ну, крипы, единственная доступная цель сейчас. Для Монголемс под этим смок-выходом. Флайчик может кого-то глимпсануть, но не видит. Можно и встрять. Есть глимпс на Бато, закрывает его. Поехал уже генерал. Будут драться, хочется воевать. Скитер уже готов к бою, но пока получает немного дизейбла. ХП не так. Ну, жить еще можно. Жить еще можно. Лучше вообще от такого товарища убегать. Все, скитер раскочегарился, ультимативную расчехлил. Лучше от него убегать. Там параллельно удалось убить Фату. Скитер пошел дальше фармить, все нормально. Ну да, он потратил ультимативную. То есть в ближайшее время файтиться полноценно скитер не сможет, но он фармит. Они сломают, скорее всего, вышку вверху. Я говорю, они это Монголемс. Под God Strange можно это делать. Dyer's вместе с Бестмастером. Да, сломали это один тавер. Плюс Орчид для шторма. Только-только прилетел. Опять же, хороший пауэрап, можно делать чуть ли не соло-киллы теперь. На любом, кроме, наверное, Спектры с Эмбером. На остальных надо будет с доборчиком небольшим. Ну а Спектра с Мейлом смотрится так, что не хочется в нее все вкастовывать. Ну да, в соло ты точно не будешь мне нападать. 33-й квадратный фокус, пытается сделать хил в ответ. Только по-любому сам будет погибать. Хотя тут подлетает на помощь Баранижа, получает Сайленс, но ему плевать, он вышел. В итоге один в один разменяли, как изначально планировалось. А Флай не отдается просто так. При этом Флай имеет худший нетворс на карте, менее 1000. И его приходится разменивать в достаточно богатых героев. Там разменяли в троих Флайчика. Сейчас разменяли в Бестмастера, у которого 5к, если что, нетворс. И Флай кое-как за 1000 перебрал. Не подключается при этом Спектра в большинстве случаев. Все это время фарм. Ну, то есть вот эти размены, вот эти выходы на пятерку вражескую, это явно не на руку Монголемс. Они уже по графикам просели. То есть графики ползут в сторону Дайя. Да, и забавно то, что Спектра догоняет уже Свена потихонечку, при том, что ну, Свен все-таки имеет сплэш, качается гораздо быстрее. Но либо очень много отдают Спектре, у Свена не так много на карте, либо я не знаю, как это происходит, либо БМ имба. Не контрится. Но вообще, мне кажется, БМ реально имба на Спектре. Это максимально сумасшедший артефакт. А ты не хочешь рассмотреть вариант, при котором Витюн гений? Витюн гений, безусловно, да. Я даже не... Все, не надо мучиться тогда, голову ломать. В чем проблема? Удобная схема, пользуюсь всегда.
тут у нас Bloodstone дальше планируется. На самом деле, опасненько делать Bloodstone. Много всего, чем тебя могут подловить и убить по итогу. Хотелось бы, наверное, все-таки либо... Ну, либо БКБ, наверное, да. Либо БКБ. Два варианта. Причем второй получше для меня. Тоже так думаю. Так, Свен. Свен понимает. Свен твои варианты уже прочитал. Китер вот. Собирает БКБ. А, ну получается первое БКБ Свену, второе Шторму. Все, мы разобрались. Все. Милан, конечно, так интересно Шиву. Ну, Алибарда, наверное, да. Здесь смотрится, ну, Шива. Тоже, конечно. Дороговато покупать такой артефакт. Уже молнии готовы у генерала. Красиво, Юл следующим слотом. Еще и контроля очень много будет выдавать в драке. Красиво, так красиво, но довольно опасно. Но с другой стороны, орчит на всех нельзя повесить. Ну, Юл следующим слотом будет для панга, потому что он готовится к этому. Так, генерал со своей компанией врывается в нижнюю линию. Нападение на Рожена. Тот мансит по кустам. Выигрывает время. У Баранижи, правда, нет маны. Его показали. Очень хорошо. Шикарный врыв получился от Айсберга. И байт получился. И в то же время реализация крутая. Забрали Баранижу, забрали Фату. Но фишка в том, что сбивают просто тайминги Шторму. Вот главное, чего добиваются Нави таким образом. Наймбера нападение. Праймал Ророк и Скитер готов лететь. И молоточек полетел куда-то очень далеко. Куда-то очень далеко, и неважно куда. И пока жадность драфта Мудголемс все-таки дает о себе знать. Ну, Свен вроде не самый жадный герой, но его эффективность, она под вопросом, пока он не наберет себе вот этот джентльменский набор. У него он уже практически есть, ему до БКБ совсем немного осталось. И вот не справляются пока мы големс. Хотя на стадии лейнинга все было хорошо, но дальше как-то вот так преследует за интересное движение, да. Альберт по пятам шел. Забрали. Но там Милан так нормально затарен, поэтому его легко не убьешь. Милан, в принципе, отыгрывает очень хорошо, как и первую карту хорошо он на Миране отыгрывал, так и вторую. Ну, то, что Мирана сама по себе не могла много пользы принести, уже когда игра затянулась. Но раннюю стадию он прям отжарил максимально хорошо. И сейчас тоже хорошо отыгрывает. Свен впереди всех, но спектрально вступает ему на пятки. И при этом два героя Нави, которые после спектры, это Эмбер Спирит и Вангалиер, они тоже в топ-4 влез. Поэтому все пока хорошо складывается. Ну, игра более размеренная, чем предыдущая. Мы помним, что было на прошлой карте. Там просто по кулдауну, смоки, выходы в треугольник, попытка убивать Кудроу Рейнджер зачастую удачная. То есть просто душили максимально. Но здесь они играют со спектрой. Это не Найк, спектра требует артефактов. И она просто по кулдауну халку получается. Да, и, друзья, напомню, что можете все, что вдруг пропустили из ESL One Germany и других киберспортивных событий, посмотреть на Мегуго. И вот они, кепчики. 1.87, 1.87. Ровненько, все очень ровненько. Ну, так оно и есть. Даже несмотря на этого Рошена, ну, конечно, сейчас можно попытаться реализовать Аегис, потому что для Шторма этот Аегис всегда очень эффективная вещь. Если уберут Шторма, убьют, и не потратят при этом Always on a Fly Поляну, то можно очень эффективно забрать его второй раз. Потому что Шторм под Сайленсом, а конкретно в Поляне, это... Ну что это? Это просто герой, это просто кусочек. Кусочек героя даже. Посмотри, сейчас вот спектра с БМчик. Гений. Подрубает БМ. И гениальнейшим образом забирает пачку эншентов. Вообще не помню меты, когда вот так вот спектра могла взять и эншентов в такую пачку. Наверное, минут 10 пофармил, не меньше. Добро пожаловать в патч. Это что за хитрый вард стороны Дайер там стоит? Видел? Обсервард, который... до которого то ли не дотягивается, то ли я вообще не понимаю. То ли решили не ломать, может, чтоб смоки свои не палить. Да, он просто внизу. И его, видать, сентряк не, а, не дотягивает. Это должен дотягиваться. Сейчас вот курьера подведу. Да, подвели курьера, все. Не палит, оказывается, вижен этого варда верхнего. Забавно. Как интересно работает Мика. Да вообще, да, я сейчас немного в шоке на самом деле. Лул.
Шторм, ну вот он, да, он понял. Он понял, что тут никаких бладстоунов делать не нужно, если хочешь победить. Не самый у него был по итогу лучший старт. И Орчит он купил чуть позже, чем обычно. И, в принципе, тайминги уже подпились. Нетворс у него меньше. Там, между прочим, дезолятор-то уже у Эмбера появился. Где-то, наверное, минуты две назад он появился. Тоже, как бы, эффективность героя повышается очень прилично. И ульчики есть, дизоль есть. На спектре Скади бы хотелось какой-то увидеть. Но, я так полагаю, будут диффузы. Они вообще теперь шторма не боятся. Вот три героя, три кора команды Na'Vi вообще никак не опасаются. У двоих есть Иул, у спектре есть Манта Стайл. Поэтому Шторм Спирит просто сейчас получается, ну, не настолько эффективен, как предыдущий, например, Хартик. Оптимизация. Не хотят его отпускать. Но Дизраптор хорошо, кстати, свой ультимативно раскастовал, но не отпустили совсем никак. И тиммейтеры помочь не могут. Флай, возможно, тоже погибнет. Остальным надо просто убегать. Никто в случае не подставляться. Другую сторону специально берет Флай, чтобы отвести внимание от своих тиммейтов. В спектре тут еще Эншот, она не хочет уходить. Витюн, все... нажитые, вот эти кровные эншенты. Давайте денег. И Свен еще поблизости ходит, и все сейчас палят эти... Боры, жулики! Забирают эншентов. Уже не люди. Остановитесь, что вы делаете? Свен уже с БКБ, 10-секундным. Аганим в перспективе появится для него. Ну и Шторм Спирит тоже не потерял. Аегис в драке... Мы видели, забрали Эмбер Спирита, денег тоже заработал Баранижа, и чуть-чуть остается ему до Блэкингбара самому. Ух, непонятно, откуда дэмэдж теперь брать? Вот смотришь на этого Свена, смотришь на вот этого Шторма, который БКБ себе приобретет, и так далее, и ты думаешь, как убивать-то? Да ну, вроде как бы до этого неплохо смотрелось, вроде умудрялись, пока Свен там качался и не воевал. А сейчас сами-то хлипкие. Тот же Эмбер, он при всей своей мобильности, там, Юлов, он даже их нажать не смог. Его просто из дизейбл не выпустили, а тиммейты не особо обладают защитой какой-то, да, чтобы засейвить. Тут вот эти диффузы делаются, то есть на спектр ты тоже не то, чтобы прям так много надежд возлагаешь. Понятненько. Ну, тяжело будет. Надеяться, что Na'Vi знает, как им выкрутиться из этой карты. Ну, спектра с диффузами, конечно, урон внесет. Ну, понятно, да, Свен не тот герой, который расклеится от диффузов на спектре. Ну, может, получится справиться с саппортами. Это неприятно для Свена с той точки зрения, что ты иногда вот, ну, тебе придется прожать БКБ, иначе ты вообще всю ману потеряешь и не нажмешь ничего. Плюс диффуза дизейбл, замедление Свена, когда кайтят, это плохо. У Свена еще нет аганима, поэтому его можно кайтить через диффуза. Свена этого ой как не любит. Dire's top tower is under attack. Это правда. Спектра фармит треугольник, и рядом с ней вся команда. Чуть-чуть только отбился от группы Роджер. Крипщиков немного выше фармит, но в целом видим, как защищают Витюна. Но спектра не должна умирать, это действительно факт. Плюс Шторм Спирит с Аегисом, возможно, ворвется как раз на последние тайминги. Я думаю, именно этого опасаются Na'Vi, что Шторм там на фулл ману влетит, готовый погибать даже. И кучкуются под своей Т2 вышкой, под собственным сентривардом. Очень похоже на то, что смог хотят разбить. Так и есть, как раз остается одна на центральной линии. БКБ у Шторма появилась, а Егис выпал, но у него БКБ появилось. Не знаю, есть об этом информация или нет. Шторма подвязали. Вот так... Да, что? У него же БКБ было! Может, оно не улетело? Вау! Он просто разлетелся в дребезги. 33-й тоже под фокусом. Но тут еще пока непонятно, кто под фокусом выбивает просто душу из айсберга. Стерли его в порошок. То же самое, только теперь так же низко, насколько высоко было. Я не знал, что это будет. Байбекается Эмбер. Вернется обратно. БКБ нет. Ой-ой-ой, а вот это неприятно. Успевает все-таки выжить. Нет, он перепрыгивает скитера, в итоге его не забашил. Скитер вообще плевать на все происходящее. Его раскайтили, но теперь Витюн. Витюн выдает в ответ тоже очень много урона через манточку, диффузы. Вырезает одного за другим. Ценой байбека, конечно, но тем не менее Na'Vi этот файт переворачивает в свою сторону. Хорошо его заканчивают. Роджер трипл килл оформляет. Тут еще почти убили, но ну, нет. Вот он, этот урон с диффузами. На самом деле, с Мантастайлом прожатым, мы видели, что со Свеном происходит, когда он тем более в соляру остается. 4400 вносит спектра. То, с какой скоростью она уничтожила Шторм Спирита, просто нажав Манта Стайл, ой, это какой-то шок. А почему? Ну, зачины, просто зачин, да, но он не поверил. Таки никто не поверил. Слышал, как я заверещал? Я сам не поверил. И Витюн, наверное, в шоке был от такого дэмэджа. Его просто испепелило за секунду.
Возможно, это БКБ было куплено в курьеры, и он ничего не донес. Я просто не верю, что Барниже не хватило бы реакции поражать это БКБ. Ну да, там, конечно, очень быстро его убили, спору нет, но... Возможно, это баг. То, что он так быстро умер, возможно, это баг. Возможно, это баг. Что он слишком шустро склеился. Ну, это пассивка Спектры, она наносит чистый урон, поэтому... Да, когда плюс иллюзии. Иллюзии, да, то каждая иллюзия точно так же бьет. То есть неважно, что оно иллюзия. И это все еще и скейлится, ну, бустится диффузами. Там, да, там спектра внесла terrible damage. Бабочка от спектры следующим слотом. Это чтобы жизнь комфортно не казалась Свену. Чтобы он не мог спектру перебивать. И шторм тебя уже нормально пробивать не сможет. И Свен тебя пробивать не сможет. То есть этот баттерфляй, он великолепно заходит в данной карте. Прям максимально великолепно. Я последний раз против подобного пика... А нет, там была как раз Спектра и Шторм. А против них была Фантомка, как раз Нави играли. Это в Viking GG Нави была игра. У Нави была Фантомка, и Спектра не любит МКБ покупать, и Шторм не любит МКБ покупать. И в итоге Фантомка уничтожала. Здесь примерно ситуация такая же. Ты берешь Баттерфляй, и Свен не особо любитель МКБ покупать, и Шторм не будет покупать МКБ. По итогу... Ну, Латорн даже что как вариант. Ну, там Манта есть. Ну, да, это, да. Это уже не так страшно. Понадобится МКБ. Либо это будет затяжная игра, в которой мы просто увидим рапиру на Свене. Много всего. Частенько такое тоже бывает. И в лейтгейм переходя, керри, которым нужен трустайк, которые выбирают рапиру. Ну ладно, тут на самом деле Нави очень повезло. То, что они вот выдали, то, что вот произошло, убили Баранижу так быстро, да еще и байбек был потрачен. То есть опять же, да, от айсберга не забываем. Это все, конечно, очень круто, но по-прежнему 1000 преимущества у Мудголинс. По-прежнему. Поэтому радоваться как барану. Фанатам Нави. МКБ следующий, скитер. Следующим слотом будет старить. Ну, Аганим готов, можно идти в бой. На самом деле под это дело можно смок разбивать, идти инициировать. Теперь как бы на вашей стороне инициатива. У Спектра есть хаунд под драку, и вообще все ультимейты Нави откатились. Скорее всего, увидим серьезный файт. Будет. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Заходит во вражеский лес, причем не имеет там своего вижена, просто вот на ноге заскакивают, говорят, мы готовы файтиться. Или птичек, птеродактиль поехал разведывать, что там в кустах находится. Смок разбивается Нави. Спектра все так же фармит, но у нее такой плейстайл, она кнопка R будет подключаться. Роджер с крагикотом, что-то на армур. 33-й его могут очень быстро попробовать забрать. Ставится под него статик шторма, его забирают. И дальше Спектра глимсует еще кого-то назад. Фату цепляют. Роджер смог зацепить его на лайфстрекере. Фата все еще живет. Глиммер нажимает Фата. В это время скитер врывается в Роджера, забирает его. Флай под Глиммером старается убежать. Не получается это сделать. Бистмастер выкупается. Спектра потратила хаунт. Вы потратили в итоге 3 ультимейта, 2 фрага. Сделали Mad Golems. Ну, дороговато обошелся байбек Бестмастера. Ну да. Но да. Драку выиграли. И это там Рошан, я так понимаю, да. Только из-за этого. Так бы не стал байбеком сам. 33-й. Оно того не стоило. А вот так, конечно, да. Я обидненько. Бангольеры нарушили, очень силен. Даже не стал пытаться, потому что там опасно. Primal Roar получаешь. И как мы видели в прошлый раз, если ты получаешь Primal Roar, то тебя может спокойно бить Свен. Все, Шиву Милан все-таки купил, добился своего, а дальше МКП уже хочет приобрести на опережение. Идет скитер, он понимает. Возьмет Баттерфлей. Надо обзавестись МКП. Спектра не хочет собрать все-таки плотности какой-то? Скади. Типа Скади, да. Скади вообще идеальный вариант. Против Свена просто лучшее, что может быть. Скади, ну конечно, и контроль хочется. Свена, БКБ хочется. Тут уже Баттерфляй. Но опять же, до МКБ... Ну, слушай, до МКБ не так много. Свен быстро слишком фармит, поэтому Баттерфляй может оказаться прям совсем бесполезным. Ну да, и проиграть следующую драку тоже в хлам не должны, потому что есть Эгис Сыр. Она не будет просто забрать БКБ. Также на двух основных персонажах Mad Golems. Разбили смок, хотят драться. Тут же отправляются после сноса Т2 на вражеский треугольник. Могут увидеть здесь флая. Либо флай может увидеть оппонента. Нет, вступает назад, спектра внизу. Флай уже где-то это видел, раз 200. Он решил в этот раз не смотреть. Пожалуй, это... Он на Венге насмотрелся. Больше всего любит смотреть.
Ой, как же сочно вообще смотрятся эти артефакты. Вот смотришь, у айсберга Дизоль, у айсберга еще этот Orb of Destruction. Прям лепота. Бафы своего оппонента по красоте. Получает торчит сразу БКБ и прожимает брониже тоже БКБ. Хочет сделать кил. По идее, должен сделать этот кил без проблем. Яйцо Феникса поставлено максимально защитно. Айсбергу надо отсюда улетать, и он улетает. А там что параллельно? А там параллельно у нас генерал решил поразвлекаться немного. Орчит ему не дали, телепорт у него в случае чего есть. Давайте. Да, он нажмет. Все. Radiant are scanning. Разбежали. Ну, пока контролируют ситуацию. То есть вот играют с этой горячей картошкой Нави, но пока никто не обжегся. Жить можно. Минус секунда БКБ на Эмбере и на Шторм Спирит в этой драке. Сказать, да, что тоже что-то там прям классное смогли сделать на Нави-файте, и что что-то в их пользу нет. В итоге потеряли. БКБшки прожатые. Ну, и они тоже прожали, просто Эмбер Спирит тоже прожал БКБ. Им не так критично. Для Мудголинс БКБ гораздо важнее. Но Свен не прожимал, почему 9 секунд. Для Шторма, в принципе, тоже не самое важное. Для Шторма больше важно вот именно что-то там с себя сбить, это БКБ прожать. Он не боится. Для Эмбера примерно та же ситуация. Вот для Свена самое важное наличие БКБ. Что он без БКБхи будет очень много получать всего неприятного. Там Пангольер его в соло будет контрить. Милан после Шивы Ваганим, у Свена 400 монет до Манки Кингбара. Не так будет уже актуально бабочка. Ну, если Скитер будет бить, Спектру понятно. Но сама по себе бабочка еще и дает дикий урон Спектре за счет атак спида с Дизолем. Там же, если я не ошибаюсь... Флая доходит. Ой, бедный Андрей. Просто беги. Там же паучьи лапки были у кого-то. Да, вон Бисмастер с ними. Почему он не отдаст Свена получи лапки и Свен себе саблю? Просто с саблей бегает, без сабли бегает Свен. С этого фейзи таскает. Как-то получи лапки имба. Ну, в таких ситуациях для Свена вообще, ну, герой, который может полноценные 6 лапов себе спокойно купить за счет того, что он быстро фармит. Ну, там сырок, он переложит эту саблю. Так, а ты берешь паучьи лапки. Двойной урон на бронеже, нападение на Пангольера. Его успевают забрать до прожатия каких-либо кнопок. Тут дэмэджа очень много, бронеже под БКБ, еще и бабка заплевывает. Рожен тоже отправляется в таверну. Айсберг просто смотрит на все происходящее, думает, что тут делать. Поздновато он здесь спейлил ДД, конечно, с бронежи. Ну, такая ситуация, надо было просто уносить ноги, да. Что, Т2 вышка падает, и будут заходить на Т3, пока двух героев нет. С волшебством Айсберг, за счет этого он, конечно, побольше поспамит своему оппоненту, но это не смертельно. Сандрейк хорошо заходит, отличный реген, нажимается глиф, чуть-чуть отступит. Сатир, прыщи, кстати, сейчас умрет. Для, кстати, Бодинат. Скитер прожимает ультимативно, есть еще Юл, у него скир БКБ имеется в наличии. Полетел, но нет, кстати, куда-то как-то почему-то прервался его. Прыжочек, Айсберг умудряется даже здесь как-то выжить. Выбивает Аегис, Скитер пошел дальше, очень глубоко ныряет, но там Флай уже все свои кнопки нажал, поэтому, в принципе, его уже и не жалко. Под сеточку подловили, Скитер прожимает БКБ, пока получается его более-менее кайтить. Нет, слишком больно, он бьет, его тяжело кайтить. Но там байбеки, БКБ сейчас закончится, можно потихонечку подловить. На самом деле, Спектра нажимает каунт. Пошла дальше. И не хочет ты сюда Скидер прорваться. Бежать, ну, бежать. Посмотри на эту брюзу. Он все-таки пошел за Скидером. Диффуза нажимает, бой бейл. Бьет Скидер. Много урона получает. Он ставится яйцом Феникса. Бэм. Витюн, но рискует погибнуть. Бронижа бьет. Витюна до последнего. Байбекаться нет смысла в Спектре, потому что канта уже нет. Генерал старается не отпустить Бестмастера. Получается его забрать. В итоге 4 фрага сделали. Дальше за Милана. Поднимают его в Юл. Это будет тимвайп для команды Нави. Ай да Нави. Но ценой пары байбеков, но тем не менее, это того стоило явно. Прям показали ультраскилл тот самый. Молодцы. Был очень красивый файт. Перерасчитали силы Свена. Нужно тоже понимать, что герои... Во-первых, яйцо было потрачено до файта, да, то есть еще в миде. Это яйцо только-только откатило, его сейчас использовали. Это уже был под закат файта данного. Во-вторых, Свен все-таки глубоко дайвит. И я не понял, что произошло, почему Свен отменился у него прыжок от стана. То есть он полетел, и оно отменилось. Что там произошло, я не понял. Ну, может быть, Юл на себя Эмбер нажал или что-то такое. Короче, в итоге он себе позицию попортил, пока дождался, пока у него откатит еще один стан. Там уже с запозданием он ворвался, и по итогу вот мы видим, что
из этого всего вышло. А БКБ, когда кончается, все, Свен там уже не особо боец. Если повезет, ударит, может быть, шотнет кого-то, но этот кто-то скорее будет просто не кор позиции даже. Свен очень неприятно в спектру влетел, ведь он успел блейдмейл включить. Как раз вот эта тычка одна или даже две залетела под ультимейтом, залетела в спектру в блейдмейле. Так еще у Свена армора, насколько я понимаю, сейчас не так много. И в него... Это другая драка. То есть та, которая была, точнее. Повтор смотрим. Да, ну тут жаль, вот этот момент мы не увидели, где, ну ладно. Да, то его в сеточку поймали, Свен сейчас... Шотнет Роджера, да, бам-бам, очень быстро он его убивает. Вот, и все, сейчас у Свена заканчивается БКБ. И вот он пытается выжить, БКБ кончился, его подвязали, там минус арморы на нем висят. Много всякого, вот айсберга идет, БМ он все-таки просто стан кинул. Там не так страшно для него, но тем не менее он просто убежать здесь не может. Ну, Витюна, конечно, удалось загрызть, но опять же, у Витюна Затар не совсем на живучесть против магии, так точно. Может быть, против физики, но скоро ведь он еще обрастет артефактами, и с ним вообще непонятно, что будет делать. А у Свена с каждым следующим прожатием БКБ все тяжелее и тяжелее. То есть тут должен шторм уже в лейк выходить для того, чтобы в очень такой серьезный лейк, для того, чтобы мудголемс могли в этой игре побеждать. А можно графики посмотреть, сколько камбэкнули Нави после этого файта? После с 8000 до 2 все опускается. Ну, получается прекрасный файт. Ни одну линию не потеряли, там только Т3 вышка упала, барак. Они все еще в миде стоят. Поэтому глобально вот по игре ничего монголемс не добились. Плюс они дрались еще с Аегисом Сыром, не будем забывать. То есть это минус 5, плюс Сыр Аегис забран у соперника. Там Шива скоро появится у Айсберга. Это еще один неприятный момент для Свена. Я думаю, что ну либо Эбисал, либо Скади, оба этих артефакта также для Свена неприятны. То есть для Свена эта игра, она изначально... Затяжная, как минимум, игра была неприятна. Очевидно, по героям. На старте еще жить можно, но там чем дальше, тем сложнее. Будет делать себе сатаник. Я не знаю, почему он до сих пор себе эти ботиночки не забирает. Даже при учете, что у тебя есть фейзы, можно и фейзы, и эти ботиночки забрать, они будут точно полезнее, чем вот этот непонятный сайленс, который все равно не стакается ни с чем. То есть ты... Это так спит для него. Да, ну, да, для него. Ну, все равно там. А так спит дает. Ты с этими ботинками даешь. Ты с этими ботинками становишься в 1000 раз мобильней и можешь делать те вещи, которые. Ну, короче, это даже это максимально импактно. Единственный вариант, может быть, на другом герое это более важно. Да, и у Snapfire нам обсервер подсказывает то, что скоро. Вообще нормальный такой фата с драмами. Ну, это Snapfire типичная. Драмы, глиммер, и вот уже аганимчик есть. Хорошо. Живем. Да, 9к Net Wars. Видно, мощно. Но и Феникс тоже. Тут за счет суппортов супер богатый. Много вывозит сейчас тоже мудголемс. Сейчас смотрим, там и Феникс, и правда богатый. И также Снэпфайр все хорошо. Да. В то время как тот же, ну там, Дизрик, он тут нажал и все. Но если аганим купит, то, конечно, его импакт тоже возрастет. Но пока по Net Warsам там аганимом не пахнет. Графики поползли в сторону Дайр. Все, этот файт перевернул порядка 10 тысяч. Смогли наказать соперника у себя на базе, затянули далеко и дрались под своими бараками. Потом мы видели, еще и дорезали на отходе. Ну, это вот так вот. Не давать отступить врагу, это дух старой школы. Плюс баширочек. Левелор для Свена. Вот это вкусно. Это... Кто так спидает, правда, больше, чем в Майнбрейкере. Курьер пролетел, значит, понятно, где кто находится. Врываться все равно опасно, без вижена. По супер широкому радиусу решили обойти, сломали вард. Смог закончился уже и обосновались во вражеском треугольнике. Когда ты играешь против бестмастера, то вот эта гонка вижена все-таки всегда не в твою пользу. В этом плане крайне тяжело, и ты можешь просто даже где-то там краешком не зацепить центричником этого орла и находиться там, где тебя видят. Идут пушить. Знают, где находится враг, и решили просто стянуть его таким образом на базу. Заходит на хайграунд. Скитер пока просто мом нажал. ГДС не подрубает. В итоге стянул двух героев на базу. Это спектра. И это дизраптор. Роджер на всякий случай остался еще здесь.
Верчик, я так понял, для разведки в Рошпит. Минутку еще курьеров здесь висеть. Опасно. Сейчас должен потерять своего курьера. Мне кажется, да, да. Милан, да, потерял. 20 монет каждому. Вот. Минус разведочка. Захватай. Ну, понятно было, видит Милана. Милан ставит яйцо. Айсберг не хочет разбивать яйцо. И просто уходит. Окей, это потраченный ультимейт Феникса. Спектра нажал аккаунт. Недавно, да? Да, да, прямо сейчас он нажимал хаунт, так и есть. И в итоге у нас два ультимативных улетели никуда, прожимаются, пока будущие лотос успели повесить в итоге свое затруднительное положение. В очень затруднительном положении. Просто порвали его. Обалдеть. И 33-й тоже попадает под фокус. Вернули его обратно. Даже немножечко, возможно, ему помогли, но там нормально, там ведь он справится. 33-го уже можно хоронить. Вот тебе Свен без сетапа по драку. Он или остается нужно? Сам по себе. Его спокойно забирают, и никто ему не подносит на блюдечке. Никаких героев, которые собирали бы, чтобы этот Свен бил. Как раньше под того же Свена брали на там Дарксира условного. Нет, этого нет. Рефрешер в Рошане показывает нам. Да-да-да-да-да, все понятно, два хаунта. Это может очень мощно смотреться. Можно даже забрать этого Рошана и дождаться отката хаунта. Ведь он пойдет на базу, ману себе восполнит или зальет. И после этого там идти драться. Там Бодя хочет все забрать, рефрешер, все подряд. Ну, в целом, ну, Боди, если бы у него был Аганим, я бы понял, там Аганим, все реминанты, можно рефрешером откатить, а так непонятно. Не-не, он забрал, потому что ведь у нас слотов нет, я почти уверен, но что хаунд там, спикрет. Там, да, там мангусы, ну, у Витюна были, там, по-любому бы он не выложил мангусы. Ну, ушли просто быстренько, мы видели уже игры, Liquid, кстати, играли. Да не-не-не, это 100% Бодян решил себе, судя по всему, ставить. Так а тут, если честно, вам АКБ 2 шивы? Походу просто больше некому поэффективнее. Ну а кому тут еще, по сути, отдать? В спектре. Ну, в спектре слотов. Я бы тоже, да, думал, что в спектре, но... Она дерется с хаунтом, а там, пропадает Аегис, она вкладывает... По слотам так получается, что ты даже ничего не перекладываешь. Так у нее Аегис, она дерется раз с хаунтом. А потом с БКБ. Потом кладет рефрешер, нажимает хаунт. Нет, потом хочет нажать, поставить мне БКБ, кажется, нажать БТшка БКБ. Тоже не самый актуальный артефакт на 40 лет. Либо да, либо вот так вот. Ну да ладно, неважно. Тут, честно говоря, это два хаунта, это не то чтобы прям мощь какая-то. Но тем более без Радика. Тут суперэффективного рефрешера, реализации рефрешера, я думаю, так и так мы бы не увидели. Ситуация теперь обратная. До этого Мудголемс постоянно бегали с сырами и Егисами, кайфовали. И вот теперь кайфуют Нави. Как будут выкручиваться Мудголемс, посмотрим. Потому что теперь будут выступать первым номером НАТО с Винсером. А, это просто на 20 тысяч все перевернулось по графикам. После последнего захода Мудголемов на базу к врагу. По-моему, вон куда может осесть. Что-то как-то 33-го. А где артефакты у данного Роджере? Мужчины? У него 12 тысяч нетворса, у него, конечно, есть две четверки, я не знаю, или это две тройки еще одни, по нетворсам недалеко ушедшие, да, от беста. Но где вот этот хотя бы Solar Crest, который там, Lotus и Solar Кресты? Вообще бы не помешало бы на Свена вешать вот эти артефакты, если бы был бы Lotus плюс Solar, было бы идеально. Пока только грифсами справляются. Пролетел птеродактиль, увидел, где находится Нави. Ну, это было, наверное, и так понятно. Вижена у вас нет в своем лесу. Все оккупировано, поставили обсервар на клиф неподалеку. Рано или поздно этот Феникс может выдать хорошую ультимативную, и она может зарешать. Просто пока Милан, там на него чуть-чуть кто-то криво посмотрит, он моментально жмет ульт. Такое ощущение, как будто бы у него ноль артефактов. Но у него Шива и Аганим уже. Спасибо, обсервер. Все, полетели, все, полетело наконец-таки этот рефрешер. Уговорили походу, что давай, ведь он бери. А куда я положу? У меня мангусы. Ты видел, что он покупает? Ну, покажите еще раз, Витина. Вот под что ты говоришь, зачем, если радианса нет? Зачем два хаунта? Хаунт пора уже нажимать. Тут драка под базой команды Монголем. Сфата очень сильно избивает. Но это просто иллюзия Витина. Испепелили его. При этом ультимейт у Восфана Флая. И есть первое использование ульта Витина. Может даже смысл есть отойти, а может и нет, в принципе. Ведь он остается здесь. Возвращают назад еще и Скитера. Скитер — это очень важная цель. Скитера бы спасать. Там есть Аганим у Милана. Он, если что, прыгнет Скитера, попытается спасти.
скипера за башили, тем временем отступает назад в БКБ, ведь он с Аегисом впитывает в себя кучу урона, но не отступает, прыгает дальше с Эбисалом, нападает в итоге на Баранижа, под БКБ, улетает просто из драки, БКБ уже заканчивается, скипера спасите, ребята, это Свен! Свена уже порвали, все, с передового скипера спасти не удалось, разменивает Аегис, сейчас лестница, у Свена байбека нет, у 33-го байбека нет, это очень похоже на конечности, как Каподи здесь немножечко. Не на халтуре, но у него имеется байбек, в принципе, можете его использовать вполне спокойно, учитывая, что оппоненты не байбекаются. Я думаю, здесь уже и без боди справятся. Так, ничего не пишут, вы понимаете, да, что... Ну, потому что как бы наверху карта. Две вышки и наверху, и в миде ну, целые. Верно. Шторм жив. Шторм может при этом пачку крипов просто заскипать. Легко. Так, ну и спектрат. 12 тысяч урона внесла. Прожала рефреш. В файте прожала второй хаун. Прожала второй Эбисал. Свена как-то не почувствовали. Свен, да, Свен, бедняга, его возвращает, он вроде как должен нажать БКБ, чтобы не попадать в тот фокус, но в итоге БКБ не жмет, и там сразу получает на пол столба по лицу. Не дают, ну, это было изначально понятно, что Свену в этой игре будет крайне тяжело. Тут как-то должен был все это дело закерить Шторм. Но мы видим, что у Шторма тоже хорошо поддушили. Так, теперь Свен с 5-секундным БКБ. 5, да, там, наверное. Короче говоря, БКБ придется заранее, 7, придется заранее нажимать, если он не хочет умереть. Появился Аганим у Свена Флая. Если инициировать будут не в Дизраптора, то он просто закроет поляной рот Свену, и Свен не нажмет БКБ. А дальше контроль по нему очень прост. Тут еще Рапик. Аганим, имба абсолютно на Дизрапторе, добрались до этого момента. Radiance у Витюна. Мне кажется, он уже как будто бы по приколу его покупает. Если честно, не понимаю смысл этого радика. Уже какой-то скади хотел бы видеть. Радик так радик. Ведь он виднее явно. Ступили назад. Потеряли Пангольера. Возможно, потому что у него вот этот иллюзионист кейп. Ну, не знаю, нет, честно говоря, непонятно. Вообще пушить линии иллюзионист кейпом. Здравая идея достаточно. Ну да, но я думаю, что иллюзионист кейпом он бы и без Радика пушил бы, потому что он сейчас уже очень сильный. Я понимаю, почему-то Радик шестым слотом выглядит, мягко говоря, странно. Необычно. Да, тем более, что... Ну, хаунд. Это сильнее делает гораздо хаунд. Это добавляет еще и промахов героям. Ну, есть как есть. Шива появляется у Шторма. Против Шторма ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что этот персонаж может очень долго дефать. Пуш потенциал у Нави мы видели только что. Они всех поубивали, кроме Шторма, но ничего не сломали по итогу. Ну, ничего, одну линию, но это мало. Это крайне мало. То есть они должны были сломать линию и сломать, наверное, даже 2 Т4 вышки при таких раскладах. В итоге всего лишь один лайн. То есть, когда вы на 45-й минуте в салат на своей базе проигрываете файт, вы обычно проигрываете уже игру непосредственно. Этого не случилось. Скитер там пошел дальше. У скитера всегда есть опция забрать ботинок вот этот, паучьи лапки, и сделать себе полноценные 6 слотов. Что очень приятно. Кстати, у Спектри тоже. Он пока с иллюзионист кейпом, да и у него Дагера имеет маленький кулдаун, поэтому он так и так бегает быстро. То есть опять же тоже Скади ему бы позволило чаще спамить даггерами, так как мана было там. Такое легкое такое волнение из-за покупки этого радика появилось у меня лично. Ну и быкует. Ну, это типичные мудголемс. Мы проигрываем, нас только что изничтожили на собственной базе, пойдем к врагу подеремся. Свена просто пытаются похоронить, пока живет. Яйцо зацепили. Да, яйцо надо ломать, во что бы то ни стало, но это яйцо сломать не получится. Нилов отыгрывает просто на 5 с плюсом. Свен уже очень разъяренный, пытается вносить дэмэдж. Кого дизейблят? Его просто дизейблят, не дают ему бить. Нилов натрали в таверну Фату. Вслед за ним 33-й также очень побит, надо его добивать. Генерал отрабатывает на 5 с плюсом. Скитера все-таки умирает, да, скитер доковырял.
одного. Триплкил делает генерал. И дальше полетел скитер. А БКБ теперь нет. Кайтить скитера. Но он очень опасен. Бить вообще нельзя давать. Его нужно кайтить. Нет! Заберите себе его. Помогите его. Заберите никто. Триплкил скитера. И забирают его. А тут Милан бойкнулся. Вернулся обратно, решил помочь. Его сердце не выдержало. Наблюдать за тем, как скитера убивают. Он и так его один раз спас, но второй раз спасти уже не удалось. Все, соль для Роджера. Даблкил. Свена убил. Милана убил. Что вообще за демоны эти мудголемсы? Я не понимаю, как они это делают. Милан, конечно, феноменально ворвался. Да, действительно. У них просто много стальные. Милан очень здорово ворвался, на последних хп забрал этого Свена к себе под крылышко. Несчастного. Его заткнули сразу же агонимным ультимейтом Дизраптора. Вот это неприятно. Он не мог нажать БКБ, и он стоял, терпел, пока его спектра било. Его должны были доковырять. Ну, молодцом, Милан. Хотя, конечно, вот этот байбек, это уже явно было лишнее. Но он хотел спасти тиммейта. Но он долго жил, по сути, он очень долго жил. Да. Были какие-то надежды, что, может быть, получится помочь. Это, знаешь, тот момент был немного похож на момент, где Артизи на лайфстилере, вот это помнишь, сделал, рампажечку оформил. Так, ну и показывают нам этот момент, где Милан спасет сейчас героически. И самое забавное, что яйцо-то ломать вообще абсолютно нечем. А никто и не подошел. Бил его. Витюн подошел, две тычки дал, но понимает, что у него атак спид даже близко не похож на то, что удастся. Остальные тиммейты не имели, да, и правда, они были под дизейблами. Витюну там влетает сплэшем. Ну, скитер бил, вот он бил. Пока БКБ работает, БКБ заканчивается, ну и все, дальше уже как бить-то не понятно. Так он перебил спектру, он заставил еще Витюна даже сыр съесть, и сыр выбил из него. Там так, а сейчас сыром. Ситуация может... Нет, не прыгают, да? Ладно. А, куда там прыгать? Ударил он внизу. Ай-яй-яй, как неприятно может быть. Так, а что там курьер украл? А курьер явно что-то украл. Жулик, лови его! Рефрешер. Рефрешер стырил. Не, ну не пес. Пес получается. А что сразу, кстати, пес-то, я не понял? Ну, не знаю, я не видел, что там за курьер. Может, там правда курьер-пес был? Нет, это было лень. Я ну видел. Не олень, тогда я вопрос меняю, ну не олень. Да блин, почему до сих пор в доте возможно воровать курьерами шмотки из Рошана? Ну что это за бред? Давай, минутка праведного гнева от Арена Версуты. Я уже закончил. По три репорта. Я настолько быстро, что я уже закончил. Шторм Линка следующим слотом. За игру можно вообще-то три репорта оставлять. Все, тогда я вообще не понимаю, чем ты можешь быть недоволен в доте. Что еще сделать? Итак, для тебя все сделали. По три репорта можешь за игру отправлять. Да, или получать. Ну не знаю, какой-то только ультраскилл здесь может спасти Мудголемс. Возможно, они пользуются Невея и... Так, нападение на Штурмбастер, Сумометровы! И затыкает его Дизраптор. Но есть байбек. Надо использовать. Пора это делать уже. А вот здесь байбека нет, он был уже использован. Так, время Свена сбивает, у Свена нет хп. Свен тоже с байбеком. Свен укупается, Шторм врывается сюда. Витюн без хп. Витюн потерял Аэгис. Забирают Пангольера. Ой, байбекается, вернется обратно. Свен в позиции, в кого там Свен ворвался внизу. Скитера возвращает назад. БКБ есть. БКБ. И у него сатаник при этом есть. Так, ну и сбивают бабку просто так забирают, и его сбивают. Скитер успевает что-то сделать, при этом сатаника подрубленный все еще дерется скитер и погибает без выкупа. 125 секунд без него. Баранижа борется из последних сил после выкупа тоже в таверну. Какое мясо эти команды показали. Эти команды друг друга стоили. Это прям огромное им спасибо за эту встречу. Какое-то сумасшествие. До последнего бились Мудголемс. Ну, что я хочу сказать, Арен? До последнего они именно бились. Да. Прям воевали. Что я хочу сказать? По итогу вот такого томного отчасти вечера мы получаем команду первого гранд-финалиста ESL One Germany с тем же составом участников, как...